вышел из дому охотник, шумом крыльев привлеченный. Что за чудо? Разберемся, поглядим, что ты за птица. Грянул выстрел, птица взмыла, но стрелок не промахнулся. Крикнула, крылом взмахнула, стала облаком крылатым. Полетела, покатилась над дорогой, над полями, стала чудищем громадным и повисла над землёю. Распахнула беспощадно пасть и землю поглотила, и померкло в небе солнце, тьма над миром воцарилась. Но сияние золотое солнечной сестрицы птицы вдруг в тумане засветилось, и взмолились люди птицы. Поднялась она, всплеснула крылышками золотыми, и лучами тьму прорезав, людям бросила перо. А туман оборотился тучкой ветрами гоним, улетел далеко к морю и осел на берегу.